Казахстанская сборная в полном составе прошла в финал третьего чемпионата Азии по смешанному боевому единоборству ММА. Соревнования проходят в южнокорейском городе Хвасун. Накануне спортсмены успешно преодолели отборочный тур, и сегодня все 7 казахстанских бойцов сразятся за золотые медали. Они выступают в разных весовых категориях от 61 до 93 килограммов и выше. Отмечу, на протяжении 3 лет наша страна занимает 1 место в Азии и 2 место в мире в этом виде спорта. По словам президента Всемирной ассоциации ММА Федора Емельяненко, у членов казахстанской сборной есть шансы снова завоевать титулы чемпионов континентального первенства. Шансы, наверное, 100% уже, судя по тому, что вся сборная Казахстана в финале. Очень рад за сборную Казахстана. Она является одним из таких лидеров мирового ММА любительского. И каждый раз доказывала и показывала свой результат. Но действительно впервые такое, чтобы все 7 бойцов вышли в финал. Пожелаем ребятам удачи. Там же, в городе Хвасун, сегодня состоится международный профессиональный турнир «Битва намадов». Бойцы Казахстана встретятся с командой Южной Кореи. Нашу страну представляют уже известные спортсмены, а также дебютант турнира Аблайхан Кадыржан. Это будет 9-й по счету турнир. На этих турнирах уже участвовали у нас звезды мирового ММА. И уже, собственно, и подрастают у нас такие, так скажем, бойцы уже с мировым именем. Сегодня будут выступать чемпион мира, чемпион Азии Шавкат Рахмонов на профессиональном бое. Также будет Сергей Морозов, двукратный призер чемпионатов мира и Азии. Это мастера спорта международного класса. То есть мы на «Битву намадов» отбираем тех ребят, которые уже достигли определенных результатов и достижений титулов в любительском спорте.